Он ДВФК нахуй стоит. Ну неужели вы, сука, не видите большой столб под собой? Ну это пиздец просто. Ладно, первый самый столб, там кинулся в меня. Там таргет не менял босс, ну хуй с ним. Но там милики выбежали, ладно, блядь. Хоть получили там тик, ну ничего страшного, там даже два не пережили, потому что он первый был, блядь. Но остальные это пиздец. Ты просто так умер. Там войдовый сейчас столб был. Че, такой чехол, я случайно в кнопку ебаного Windows нажал. Тяжко жить на этом свете. Зачем нам на хил? Да, правильно, нахуй, давай без хилов играть. Все в рекаунте хил, ничего не помогает. А, ёбанарот. Нахуй вам рекаунт. Ну, ДПС. Да хули толку, если умирают, нахуй, ДПСеры? 900 тысяч, блядь. Так, два хила умерло, смысл уже там был. Ебать, первый... Ну, там в любом случае уже бы начинало сдувать, нахуй, потому что это... Там не прохиливается уже дальше. Он сильнее. Он тоже стату. Кто такой? Новенький? Угу. Кто-кто? Один ваш салан. Ваш салан вначале. А, ну, блядь, его кинули нахуй. Оставьте Дживса, пацаны, пожалуйста. Его Войд кинул, короче, блядь. Он да почему Войд сразу? А кто, блядь? Я не кидал, блядь, я хорошо. Я просто ров кинул и все, блядь. Думаю, бы лучше пацанам с гильдией, чем какой-то совет, блядь. Дайте шкаф, шуманите меня, пожалуйста. Этот, голова упала, наверное, что ли? Нет. Блядь, ни разу не видел. У нас Миликовская упала. Я сегодня уже два посоха видел, блядь. Нам зов падал в прошлый раз. Да, да? Кто за тебя упал? Серега? Плейбой. Не, не в нашем виде, во втором. А, вот тут? А что ж, плейбой? Слышишь, приколюшка, ну-ка давай, ставь там кнопки нормально. Ну, и этот, и щиток вытащи на панель, может спасешь кого, блядь. Если на меня топор полетит, кинь. Давайте кушайте, пожалуйста, и бафайтесь. Ребят, я заебался нахуй сидеть в этом взломании. Давайте вы, пожалуйста, блядь, начнете думать своей головой и нажимать на свои кнопки, нахуй. Хотя бы наполовину, блядь. Мутик? Да. Бля, может моего кота возьмете? Нахуя? У тебя зов есть. И трейлер бой у нее есть. Тем более, кто, блядь, зов дать бы. Реслин заберет. Правильно, да. Тоже, бля. Реально, блядь. Реслин? Феникс возьму. Что? Зов возьмешь? Чисто одевать. БДК. Реслин. Блять, ребят, это пиздец. Вы, ну, я вам скажу так, ну, если вы, блядь, дальше продолжаете вот такую хуйню заниматься в рейде, ебал в рот вообще водить вас на. Тем более большинство людей из вас, которые уже здесь были, нахуй. Это цирк ебаный, нахуй. Если вы не получаете экспы никакой с этого, нахуй, значит, вам нет смысла вообще сюда ходить, нахуй. Вот эта вот хуйня вайпаться, нахуй, на каждом боссе уже заебывает. Не считая первых, где там АФК бьешь манекен. А, реслинг в Дискорде? Да. Рисни, если вылетел, напиши в гичат. Глютый, я не могу зайти, вот вход на игровой сервер, и все. Дальше не пускают. Рисни, разговаривайте. Понял. Влетел, теперь ты должен заговорить. Я, ну, так-то да, сейчас дико пролагал, а кнопки не нажимаешь тоже.
Чел, скажи привет. Тебе было нормально. Может, еще и Глюза говорит, не? Не-не, Ваничелло, скажи что-нибудь, скажи привет, пацаны. Глю умеет говорить? Ну, он редко очень говорит. Ваничелло, Питер не разговаривает. Вон, камни локовские возьмите все. А чё отдаём? 4, 3, 2, 1. Да ну ёбаный. Падайте. Пиздец, нахуй. Блять, вы чё? Плейбой, блять. Там же пиздец. Ну, бля, я сегодня отбегал ретриком. Там нехуй отбегать. Встаёшь на максимальный рейндж, которого достаешь бить босса билками и хуяришь, ждешь каждую секунду этот вихрь, бля. Ну это ж пиздец. ДБМ же отсчитывает вихрь заранее отойти. Может, ты лагаешь, но я хуй знаю. Ну блять, пусть с ним, с ДБМ, он же, блять, визуально крутится, и на нем прям полоска под боссом такая, вихрь, блять, или что он там. Рис меня порез это. Постарайся, ну ебать, заебались все уже, ебаный. СС Ваничелло есть? А ты встать можешь? Помню, если этот босс больнее бил нахуй, чем здесь он бьет. Нам еще ДПСа при этом не хватало нахуй. И мы в берсу упирали. Вставал. Было больно нахуй. Арислин, там когда фаза ветерков будет, ты посеешь, жмешь бабл там. Короче, на меня капли, да, что? Все, поехали. 3, 2, 1, пул. Сейчас вы ничего ушел, не смотрите. Его не жалко.
Пиздец, тяжко. Шу, чашка, здесь хилить нечего, по сути. Копье почти шотает. Да еле успеваем. Нихуя оно здесь не шотает. Вот на X2 оно реально шотало. Без ДЦ это нереально было, нахуй. Просто убивало это копье. Здесь оно еще не шотает, нахуй. Щиток кидай, если можешь, на копье. У него ГКД, ШП, долго очень. Он заебется кидать. Диспел. Войд. Диспел. Диспал. 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 В крест бежали. Переводите. Блять, как-то ветры по-уебанскому летят. Стойте, не спешите. Кровочек еще нужно. Все, собрались, куча, нормально. Еще под босса станем. По боссу поехали. Проклятие, не забудь обновить. Можешь заранее обновить. Голова кружится. У кого? Закрой. Да шучу, блядь. Где ветерки по самирайнах? Я уже поводился, не попал. Понравилось? Не, пиздец. Почему? Да скучно. Охуенно. Весело было. Ну да. 1%. 1%. Не уроните только никого, пожалуйста. Постарайтесь. И со столба постарайся выходить. Ну, заранее прошу. Ой,
А СССР подбежался, может, пока он не пойдет? По соседу, наверное. Может, по селу там. Хилы должны сами переживать. Ну, а Фань. Типа углю на себя частицу вешает просто, что не хилит. О, полезный пет чей-то. Плюс КПД нахуй. Блять, у меня пет вырезался. Так я же говорю, полезный пет чей-то. Еще копий еще призвал на свете. Как там призвал, чуть не отлетел, блядь. Я грубо. Ой, и я, ты глыбу даже умеешь нажимать. Да, да, я же на не выкатывал, смотри, теперь копий призвал. Не сработало, нахуй. Ну пас. Вон твоя копия сейчас отработала. Не благодарить. Геру дали фул ДПС. Смотрим, куда столб кидается. Столб сейчас будет первым. Глю. Угу. Сейчас немножко так повернусь, чтобы глю не задел. Столб сейчас будет. Войд. Плейбой подъебало, не надо подбегать. Это очень опасно. Сейчас избаундал. Сейчас будет столб сразу. Плейбой. Сейчас сама на огонь нажмешь, когда скажу. Нажимай. Не нажал, походу. Сейчас будет столб еще один. Глю, нажми бабл массакра прямо сейчас. Где стол? Нет, забагался. Он на милик кинулась к концу. Че, зов, да? Джин Рок упал, кстати. Заебало. Хорош, пушку. Достаточно. Да, ГЦ на ретрика топа. Будешь ферисли мрать? Или ты с Глорой? Ну, 91 ГЦ. Грулак неплохой. Достаточно. На танк. Рид, хуёво тебя заменять, блядь. Ну чё, тебе не нравится хиль? Хиль нормально. Да не, заебись на самом деле. Просто я не часто занимаюсь сершамой. Да, в принципе, шавадом не часто занимаешься, учитывая, что ты тем не меняешь вообще на хосту дэшем. А, ну да. Там все равно лучше там... Рида хилит, мне кажется. Ты на одной фазе нужен тотем на природу. А, ну да, сука. Плюс на тотем еще не ставишь тотемов элементаря огня, не обновляешь тотем воды на откуда фазе. Откуда этот голос? Слышите? С какого-то очка, нахуй.